История реабилитационного центра началась в 1995 году. В то время он был единственным местом в Твери, где впервые начали проводить комплексную реабилитацию детей и подростков с проблемами в развитии. За 20 лет работы в центре помогли тысячи человек. Сегодня его ежедневно посещает от 90 до 250 ребят. Профессиональные педагоги, логопеды, дефектологи, инструкторы по ЛФК оказывают детям не только квалифицированную помощь, но и дарят нечто большее. Я называю это домом. И в этом доме главная технология, на мой взгляд, это технология огромной любви. Технология любви к детям, технология любви к своему делу. И за это, дорогие друзья, надо низко поклониться в ноги всем тем, кто на протяжении 20 лет честно делает свое дело. Честно, профессионально, достойно и давая результат. В реабилитационном центре внимание уделяют не только детям с ограниченными возможностями. Здесь также помогают адаптироваться к жизни молодым инвалидам. Среди них 20-летняя Анастасия Захарова. Когда-то специалисты центра поддержали ее стремление петь. Сегодня девушка является постоянной участницей творческих вечеров и концертов. Поздравить центр с юбилеем Настя решила, конечно же, песней. Иди за солнце вследом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой. Каждый день для людей с ограниченными возможностями – это огромная борьба и работа над собой. Адаптироваться в жизни им гораздо труднее. Именно поэтому поддержка родных и специалистов центра так необходима для них. В свою очередь, врачи, педагоги и воспитатели делают все возможное, чтобы их подопечные в первую очередь были просто счастливы. Что им не хватает, это в основном вот умение общаться, потому что эти дети оказываются часто в вакууме и в школе, и в лицее где, и поэтому вот мы вот на этом построили пока свою работу, на том, чтобы они чувствовали себя как дома вот у нас в центре, и нам это удается. Екатерина Карпова, Юлия Ильичева, Руслан Попов, РЕН-ТВ «Пилот».